Всем добрый день, друзья! В эфире программа «Спортивная Ингушетия». С вами Амир Цвечоев, и нетрудно догадаться, мы на футболе. Мы находимся с вами в Насыркорте, стадион «Динамо». Здесь тренируется одна из подгрупп футбольно-спортивной академии. Футбольной академии «Ангушт», головной офис которого находится в Малгобеке. Но здесь, под руководством Ибрагима Аздоева, ребята тренируются, те, кто живет в этом районе. Сегодня мы потренируемся вместе с ними, побегаем. Жарко, невероятно просто жарко, но мы справимся, я думаю, потому что эти орлы как-то справляются с этим, поэтому лицом в грязь мы тоже не ударим. Что будет сегодня? Из-за жары серьезных нагрузок тренеры не дают, поэтому работа с мячом, наверное, в конце. Ибрагим Магомедсалиевич, а двусторонка будет? И двусторонка в конце, в которой я тоже обязательно поучаствую. Друзья, так, я тоже сейчас побегу вместе с ними, наверное. Да, один побегу, а они догонят. Ну, вы смотрите, не переключайтесь. В общем, мы поиграли квадрат. Сейчас Ибрагим придумал что-то интересное. Давайте посмотрим, что. Но мне кажется, здесь придется бегать много. Так, чем займемся, ребят? Ага. Я, в общем, немного модернизировал это упражнение, потому что мне правая нужна только для ходьбы. Отказ, 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 последний. Подъем, коленка, подъем, слева, слева, коленка. Нелегко в жару, ребят. Так, я не понял ничего. А, на колен, да? А, давай, давай. Оп, оба. Оп. Хорош, не растерялся. Я нашел отличное упражнение, где ничего не надо делать, просто кидать мяч. Хорош, пойдет, не растерялся. Все, устал я.
Фу. Знаете, нелегко. Нелегко 2 месяца не играть в футбол, а потом прийти и начать прыгать, скакать, как 15-летний. Когда тебе 47, нелегко. 1 секунду, товарищ тренер. Фу. Можно? А, короче, ай, подстраивайся. Лично я слегка подустал, потому что, как я уже говорил, нельзя 2 месяца сидеть дома, а потом приходить в такую жару на тренировку. Так не бывает. Рядом со мной Адам Дзаитов, директор республиканской футбольной школы «Ангушт». Адам, салам алейкум. Алейкум салам. Ну, самый главный вопрос, даже не вопрос, а пожелание. Мы знаем, что вы пришли на должность директора чуть больше года назад, но прошлый год мы расчет не берем, потому что это была ужасная практика футбола, и, в принципе, в мире было все очень нехорошо из-за коронавируса. Поэтому желаем вам удачи на вашем пути, потому что сейчас это только начало. Адам, ну и что первое приходит на ум человеку, который становится директором республиканской футбольной школы, плюс вы всю свою жизнь посвятили футболу, вы играли за «Ангушт» долгое время, играли довольно успешно, и потом теперь вы учите детей играть в футбол. Ну, что первое приходит на ум? Первое приходит на ум то, что нужно условия хорошие создать детям, сделать хорошую школу, чтобы люди сюда стремились, не только наши местные мальчики, а еще с других регионов. Этого хочется. Очень талантливые дети, именно вот я за футбол сейчас говорю, в плане футбола наши дети, ну и зарекомендовали себя, те же Мамед Аздоев, там, Бакаеву, Зелимхан Салтмурат, вот, если брать процентное соотношение, то у нас много таких хороших футболистов и по первой лиге, и по второй лиге играет, нет. Просто нужно создать хорошие условия нашим детям. Из того, что у нас мы не можем этого сделать, наши дети уезжают в другие регионы страны. Да, мы знаем, что в Казани есть наши ребята, которые уехали отсюда, в Долгопрудном, в Москве, в Санкт-Петербурге. Много ребят действительно уезжают и добиваются успехов там, но мы желаем в любом случае удачи. Это наши ребята, мы будем за них болеть, что бы ни происходило. И самое главное, насколько ребята интегрированы вообще в футбольную жизнь республики. Помимо тренировок, очень много молодых специалистов, как мы уже говорили, которые занимаются этими ребятами. Но есть ли какие-нибудь практики выезда за пределы республики, участие в каких-нибудь турнирах, поездки на матчи какие-нибудь футбольных, как зрители даже? Ну, по мере возможности, да, пытаемся осуществлять эти выезды в другие регионы. В этом году несколько турниров посетили наши команды в Краснодаре, в Моздоке, в Пятигорске были. Вот. Так, да, пытаемся, ездим. Не так много, как хотелось бы, конечно, но надеемся на лучшее. Ну, все будет, все будет. Мы желаем вам удачи. Адам, еще раз, у вас впереди большой путь с этой школой, и все эти ребята, я надеюсь, вырастут и станут хорошими. Пусть не все в высшую лигу, да, но у каждого своя судьба, у каждого свой путь. Но если все в высшую лигу, мы будем только за Адам Далгатта Блаху. Салам алейкум. Друзья, мы продолжим тренировку, потому что там сейчас начинается самое веселье. Помчали, помчали, помчали. Ислам Калоев, человек, который на этой тренировке тренировался больше всех, потому что ты стоял в паре со мной. Ислам, сколько тебе лет? 16 лет. 16 лет. Из них сколько ты занимаешься футболом? 5 лет занимаюсь.
5 лет занимаюсь. 5 лет футбола, да? На какой позиции играешь? Центральный полузащитник. Опорник или просто центральный? Опорник. Опорный полузащитник. Магомед Мустафаевич Аздоев. Растет, растет конкуренция. Ислам, ну, давай поговорим о том, что футбол – самый популярный вид спорта в мире. Но многие выбирают его, не зная этого. Многие выбирают его, потому что он близок к ним по духу. Что, чем руководствовался ты, когда выбирал футбол? Потому что в республике, где очень сильно развито единоборство, Ислам выбрал футбол. Почему? Ну, с малых лет все мы знаем дворовый футбол. Вот, и я думаю, каждый играл в дворовый футбол, и мне понравилось это с тех пор. Вот с тех пор я играю в футбол, и нравится мне это. Надо вырасти, да? Сегодня дворовой, завтра полупрофессиональный, любительский, а потом в какой лиге хотел бы играть профессионально? Ну, как минимум РПЛ. А как максимум? Это мечта Лиги Чемпионов, конечно. Ну за какой клуб, в каком чемпионате? Испания, Италия, Франция, Бельгия? Россия. Хочешь играть в РПЛ, играть в Лиге Чемпионов и завоевать, наконец-то, пресловутый Кубок Чемпионов для российской страны, правильно? Да. Это похвально. Это похвально. И последний вопрос. Кто выиграет в Евро? Я думаю, Бельгия. Мы приняли твое мнение. Кстати, мы сейчас... еще один вопрос. Я решил провести конкурс прямо вот так вот, да? Ну, ребят, я буду задавать вам один вопрос всем. Первая пара 1-8 уже известна. Помимо Дании и Уэльс, первыми стали итальянцы против австрийцев. С каким счетом и в чью пользу закончится этот матч? Как ты думаешь? Я думаю, Италия выиграет. Счет? 4-0. 4-0. Если ты победишь, если ты угадал счет, то с меня футболка. А знаете, какого клуба футболку я подарю? Не сборную Италии. Сборную я не раздаю. Это мое. Ты слышал бразильский футбольный клуб «Националь»? Мне эту футболку, на секунду, привез Хасан Халмурзаев из Рио в 2016 году. Вот с чем я готов расстаться, если кто-то угадает счет. Ты говоришь 4-0, итальянцы. Закрепили? Тренируйся. Мы сейчас зададим этот вопрос всем, я думаю. Это будет интересно. Интересно посмотреть, что скажут ребята. Ну и, в принципе, кто выиграет Евро, тоже пообщаемся. А сейчас я хочу бить поворотами. Я хочу, чтобы вы это увидели просто. Просто снимай это на видео. Просто снимай это. Я решил, что здесь надо попробовать абсолютно... О, хорош! Хороший был удар. Надо попробовать. Все. И в подыгрыше побыть, и в воротах поиграть. Прошу вас. Редко такое увидишь. Как тебя зовут? Амир. Фамилия? Сычёв. Приятно познакомиться. Амир, ну давай рассказывай. Сколько лет? 14. 14? Да. Я думал, ты мой ровесник. Сколько из них в футболе? 6 лет. 6 лет в футболе. За какой клуб болеешь? За Реал Мадрид. В общем, твой... Предел мечтаний – это играть за мадридский Реал, да, в чемпионате Испании, да? Да. А минимум такой? Минимум? Ну, за Манчестер Юнайтед. Планку чувствуете, да? Реал, не РПЛ, не ФНЛ, не Динамо Загреб, Манчестер Юнайтед, да? Хорошо.
Это здорово. Тренируйся, и все у тебя получится. Главное – работать до 8-го пота. Теперь начинаем наш опрос. Кто выиграет Евро? В Португалии. Ты точно в футболе разбираешься? Да. Ну, допустим, Португалия. Хорошо. И вопрос на конкурс. Если ты угадаешь счет следующего матча, я подарю тебе футболку бразильского футбольного клуба «Интернациональ». Эту футболку, еще раз повторюсь, привез Хасан Халмурзаев из Рио, когда выиграл Олимпийские игры. Мне. Но я готов с ней расстаться. Смотри. Первая пара 1-8 чемпионата Европы 2020. Италия, Австрия. С каким счетом и кто победит? 3-1 Италия. 3-1 Италия. Зафиксировали. Все, давай беги на тренировку. Мне начинает нравиться этот конкурс. Ничего, сейчас двухсторонка, и мы еще подостаем вопросами людей. Но потом у меня еще будет конкурс на перекладину. Я купил 3 шоколадки и 1 сладкую воду. Дети это любят. Так что двухсторонка. Двухсторонка, друзья. Что такое двухсторонка, если вдруг кто-то не знает? Эти ребята поделились на 3 команды. Одни отдыхают, вернее, собирают мячи, которые разлетелись. А мы будем играть против вот моего полного чески Амира Цичоева. Сборная Амира Цичоева против сборной Амира Цичоева. Нужна мне манишка? Нужна мне манишка? Не нужна. В общем, надо побеждать. Хотя бы здесь надо побеждать. Нет взаимопонимания. Буду говорить, как Артем Дзюба. Но мы сами себе проблем привезли. В принципе, мы чувствовали игру соперника хорошо. Но сразу паниковать начали, как только пропустили, побежали забивать. В общем, сами себе проблем. 2-0 моя команда проиграла. Если говорить по-серьезки, 2-0. Ну, сейчас посмотрим, что вот эти смогут противопоставить. Что за пас? Что за сказку я тебе даю, братан? Салахаддин Биштоев рядом со мной. Салахаддин, салам алейкум. Сколько лет? 13. Каждый раз все младше. Сколько из них в футболе? 2 года. 2 года, да? Ну, ты неплох для 2 лет, я тебе скажу. Мяч перебросом же ты забил, да? Ну. Вы в одной команде, конечно, были. Кто начал атаку, не будем пальцем указывать, это был я. Ну, ладно. Что хочу спросить у тебя? Какие планы на будущее? Мы же не собираемся в Ингушетии все время играть, правильно? Куда мы хотим уехать? Англию. В Англию? Английский учишь? Насколько хорошо ты знаешь? Пока нормально. Пока нормально. How are you? Нормально, говорит, там все это знают. В принципе, можно сказать, нормально везде. Понял? Understand?
Учи английский, раз хочешь в Англию. Вот я хотел в Калмыкию, учил калмыкский, например. Ладно, шучу. Смотри, мы желаем тебе удачи. У тебя все хорошо. Главное, не теряй, без травм, береги себя. Не надо играть, где попало. Играй только на тренировках и с умными тренерами. Смотри, кто выиграет Евро? Франция. Франция. Адекватный человек, да, действительно? Я болею за Италию, но все-таки Франция сильна. Хорошо, а теперь вернемся к главному вопросу конкурса. Победителю я подарю футболку футбольного клуба «Националь» из Бразилии, из Рио-де-Жанейро. Или нет, он, по-моему, не из Рио. Не суть, я не знаю, из какого города. Но футболку мне привез Хасан Халмурзаев в 2016 году с Олимпиады. Выиграл, пошел, купил футболку заодно и приехал, понял? Так, с каким счетом закончится матч Италия-Австрия и в чью пользу? 3-2, Италия. 3-2 Италия, да? Все, зафиксировали. Зафиксировали. Если ты выиграешь, ты получишь футболку. 3-2 Италия. Пока все болеют за Италию. Молодцы. Салахаддин, удачи тебе. Ты, по-моему, нейтрально выиграешь, да? Ну, работай, работай. Оп. А, стоп. Салахаддин. А у нас же еще и презент небольшой. Это тебе. Знаешь, за что? За самый лучший гол сегодня. Кто бы, что бы там еще не забил, я точно уверен, что это не будет круче. Так что давай. То не ешь все сразу. Друзья, вот такая история. Пока смотрим футбол. Вот тут страсти пошли. И сейчас после пообщаемся еще с ребятами. Давайте пообщаемся вот с этим вратарем. Он мне тоже очень запомнился тем, что это был очень некрасивый пропущенный гол. И троллинг начинается. А, вратарь, на секунду. Как зовут? Рахман. Сколько лет, Рахман? 14. Почему вратарь? Нравится позиция. Кто твой любимый вратарь? Навас. Навас. Кейлор Навас. Да. А после него? После него нет. А перед ним? Перед ним Буфон, ты чё? Ребят, ну, короче. Вратарь — это лучшая позиция. Дай кулак. Давай, не будь себя долго доставать, просто спрошу. Кто выиграет Евро? Евро? Франция. Франция, тоже достойно. И еще один вопрос. В 1/8 финала сойдутся Италия и Австрия. С каким счетом, в чью пользу закончится игра? 2-0 Италия выиграет. Угу. Смотри, если ты угадал счет, то я подарю тебе футболку бразильского футбольного клуба «Националь». Кейлор Навас твой любимый вратарь. Да? Там Бразилия, Коста-Рика недалеко, в принципе, подойдет, правильно? В общем, получишь футболку, если они выиграют 2-0. Ну, если матч закончится 2-0 в пользу Алабы, то ты проиграл. 2-0 Италия, правильно? Мне нравятся эти прогнозы. Все, играем. Уходим. Почему я все это, друзья? Я устал, мне тренировка понравилась. В такую жару, без особого давления, без серьезных нагрузок. Мы, в принципе, нормально все сделали. Самое главное, что я устал. На любой тренировке нужно тренироваться до тех пор, пока не устанешь. Это была тренировка республиканской футбольной школы «Ангушт», одного из звеньев этой школы, который тренирует группу, которую тренирует Ибрагим Аздоев. Эти ребята стали победителями чемпионата Ингушетии по футболу среди сверстников. Это хороший результат. Это хороший результат, и я желаю им в дальнейшем еще больших результатов. Вы видели, какие высокие цели себе ставят эти дети? Минимум РПЛ, английская премьер-лига, играть за мадридский Реал, выиграть Лигу чемпионов, сыграть в Лиге чемпионов – это высокие цели. Это высокие цели наших детей, детей, которые растут вот здесь. И эти цели необходимо поддерживать. Если мы их не поддержим, никто их не поддержит. Поэтому футбол в республике нужно развивать. Футбол – это больше, чем спорт.
Футбол – это жизнь, как говорится в одном известном телесериале. Футбол – это жизнь. Друзья, на этом все. Это была программа «Спортивная Ингушетия». С вами был Амир Сычёв. Увидимся на канале НТРК. Кому дать мяч? До свидания.